Доброе утро! Скоро Новый год, и сегодня мы расскажем и покажем вам, как приготовить аргентинское печенье альфахорос. Для этого нам понадобится 220 грамм муки, 220 грамм крахмала, 80 грамм сахара, 2 яйца, 120 грамм сливочного масла комнатной температуры и 10 грамм разрыхлителя. Для начинки нам понадобится 300 грамм вареной сгущенки и кокосовая стружка для обсыпки. Смешиваем сливочное масло с сахаром в миксере до побеления 2-3 минуты. Добавляем в смесь яйца и взбиваем еще 2-3 минуты. Добавляем в смесь сухих ингредиентов – мука, крахмал и разрыхлитель. Теперь нам нужно собрать тесто в одну общую массу. Это можно делать как и руками, так и с помощью миксера. Теперь, когда мы собрали тесто в один комок, мы раскатаем его на пергаменте, прижимаем пергаментом с двух сторон, чтобы тесто не прилипало к скалке. Раскатываем тесто толщиной примерно 0,5 сантиметра. Начинаем формировать печенье. Наше будет в форме елочки. Оставшиеся обрезки теста можно еще раз собрать в комок и снова раскатать. Отправляем печенье в духовку, разогретую до 180 градусов на 10-15 минут. Печеньки готовы. Даем печенькам немного остыть. Смазываем их вареной сгущенкой. Соединяем печеньки между собой, немного прижимаем, затем немного промазываем и обваливаем в кокосовой стружке. Приятного аппетита! С наступающим Новым годом!